Всем добрый день, стройка баньки продолжается. Закончили первый этаж из бруса 150 на 150, профилированный брус. Вот. Внутренние перегородки выполнены с бруса 150 на 100, вот. И потихонечку начинаем заводить стропила. Стропила будут у нас, вернее, крыша будет двускатная с кукушкой. Кукушка будет в лицевой части, также двускатная, то есть тут будет в этой стороне фронтон, здесь вот. И еще одна двускатная крыша. Вот окошки выбрали панорамные, большие, а высота окон 1,60 м, если не ошибаюсь. То есть от трех венцов, два венца будут внизу вырезаться, и до трех венцов здесь. Такие большие окошки. Это будет комната отдыха. Входная дверь с окошком. Вот. Поднебесники, ребят, тут уже подшили. Столб пока еще не поставили. Полы внутри пока не обшивали. Внутри выглядит пока вот так вот. Сейчас зайду более подробно. Вот так это дело выглядит изнутри. А здесь, кстати, посоветовали мне купить уголок 50 на 50 и врезать его вот в обсаду. Ройки еще их называют. Почему? Потому что толщина здесь сотка. Если делать сюда контр-рейку, там, брусок, да, скажем, то немножко тут ослабим конструкцию. Толщина не позволяет. В оконный проем, да, нормально будет. Здесь у нас 150. Верхняя балка. Вот, в принципе, я не против металлических уголков сюда. Почему нет? Вот такие вот запилы. Здесь помывочная. Окошко, ребята, попозже сюда еще врежут. Ну и, собственно, тут сама парная. Вот, парную обшивать пока тоже не рекомендуют. Пусть отстоится хотя бы до осени. Потом осени можно уже будет обшить, фольгировать ее. Вот, вагонка осиновая уже есть в наличии. Ну вот, вопрос стоял сразу обшивать, либо все-таки дать устояться, дереву высохнуть до конца. Вот. Ну, здесь санузел. Здесь у нас будет санузел. Кстати, скажу, запилы все делали в теплый угол. Я имею в виду по внешним углам. Вот там, например, ну, по кругу, в общем. Вот. Ну, пойдем сейчас снаружи еще раз покажу, как она смотрится.
Вот такая вот банька.